Ну, диссиденты в Югославии это совсем отдельная тема. Знаете, проще всего было бы сказать, что диссидентов в Югославии почти совсем не было. Ну или что их были единицы. В конце концов, весь мир знает имена Милована Джиласа, Добрица Чосича, Арии Изыдбеговича, Фрадия Туджмана и Ибрагима Ругова. А вот насчет диссидентского сообщества это, по-моему, большой вопрос. Во всяком случае, в том понимании слова диссиденты, к которому нас приучила история других европейских социалистических стран. Да, все названные мною люди во времена Социалистической Федеративной Республики Югославия, подвергались гонениям. Некоторые подолгу сидели в тюрьмах по политическим обвинениям. Но заметим, что из названных мною людей все, кроме Джилосов, встали во главе стран, образовавшихся на месте СФРЮ. Все они развязали долгие и кровопролитные войны друг с другом, друг против друга. Даже Ругова, которого прозвали Балканским Ганди, был вынужден связать свое имя с Косовским конфликтом. История социалистической Югославии началась с большой крови и, как все мы знаем, большой кровью закончилась. А в промежутке она была наполнена ну, довольно ожесточенной, хотя и почти бескровной политической борьбой. Но эта борьба была борьбой между политическими же элитами и внутри элит. Время от времени активизировались и более широкие слои населения. Но почти всюду, за исключением, может быть, Боснии и Косово, массы поднимались вслед за своими элитами и в их поддержку. Вот и вопрос, можно ли назвать эту борьбу диссидентским сопротивлением коммунистическому режиму. К тому же основная интрига в этой пьесе разворачивалась не вокруг дефицита политической свободы, ущемления гражданских прав, гонений на свободную мысль, партийного контроля над творческой интеллигенцией, религиозных ограничений или подавления независимой общественной активности. Проблематика внутриполитической борьбы в Югославии сводилась даже не к национальному вопросу, а к проблеме государственного устройства этой страны. Точнее, к соотношению между властью над Республиканского федерального центра и правами республик, образующих федерации. Но в чем-то для нас картинка знакомая. Диссидентские движения в союзных республиках, входивших в СССР, тоже были почти целиком национальными, или, если угодно, националистическими. Но были и важные отличия. Во-первых, в СССР существовало весьма заметное движение протеста против политических преследований ни в какие национальные краски не окрашенная и, наоборот, наложившая сильный отпечаток на все прочие диссидентские движения, в том числе и националистические. Это движение обычно называют правозащитным. Сосредоточено оно было в Российской Федерации, а точнее в Москве, хотя отдельные диссиденты-правозащитники появлялись и в союзных республиках тоже. Во-первых, в СССР существовало весьма заметное движение протеста против политических преследований ни в какие национальные краски не окрашенная. И это движение, наоборот, наложило сильный отпечаток на все прочие диссидентские движения, в том числе и националистические. Это движение обычно называют правозащитой. Сосредоточено оно было в Российской Федерации, а точнее в Москве. Хотя отдельные диссиденты-правозащитники появлялись и в союзных республиках тоже. В Югославии же общеюгославских диссидентских инициатив почти не было, а уж общеюгославского югославского движения и вовсе не возникло. Во-вторых, в Югославии центральная власть в гораздо меньшей мере отождествлялась с какой-либо из республик, даже с Сербией, чем в СССР. В СССР у нас в качестве имперского центра однозначно воспринималась Россия, которую и союзной республика редко величали. Сербский национализм в Югославии, был всего лишь одним из республиканских национализмов. Тогда как русский национализм, являлся в значительной степени имперским проектом, относящимся к Советскому Союзу в целом. Но не совсем так, конечно. Одной из навязчивых идей сербского национализма было расширение Сербии за счет тех территорий других югославских республик, где сербы составляли этническое большинство. Но все-таки на то, чтобы распоряжаться судьбой всей Югославии, сербские националисты в своем большинстве не претендовали. Югославия была в гораздо большей степени федерацией и в гораздо меньшей степени империей, чем СССР. Хотя юридически обе модели государственно-политического устройства были идентичны. В годы Второй мировой войны Югославская компартия становится ведущей политической силой сопротивления. А созданная ею Народно-освободительная армия Югославия самым крупным партизанским соединением не только на территории бывшего королевства Югославия, но и во всей Европе. Важно заметить, что хотя Красная Армия и участвовала в освобождении Югославии, советские войска, в частности, освободили Белград, но оставалось там в течение только двух месяцев, с октября по ноябрь 1944 года. Главную роль в изграни... Изгр... На этих процессах арестованные коммунистические лидеры обвинялись в том, что они тайные агенты предателя Тита. Дело Ласла Райка, процесс 8 сентября 1949 года Венгрия. Дело Трайча Костова, процесс 11 декабря 1949 года Болгария. Процесс 14, дело Рудольфа Сланского, декабрь 1952 года Чехословакия. Несостоявшаяся из-за смерти Сталина дело Анны Паукер в Румынии и так далее. Во-вторых, этот разрыв вызвал чистки и новую волну репрессий внутри самой Югославии. Эти репрессии были направлены против сталинистов. Или, как их здесь называли, коминформовцев. Откуда слово коминформовцы взялось? Информационное бюро коммунистических партий, или коминформ, был преемником Коминтерна. Это была международная организация коммунистов, через которую Сталин осуществлял, в частности, свою пропагандистскую войну против Тита. Коминформовцев арестовывали и отправляли в печально знаменитые центры общественно-исправительного труда. Страшные концлагеря на Голом острове и Свете Гругор в Адриатическом море. Через эти концлагеря прошли по разным оценкам от 17 до 60 тысяч человек. Нельзя сказать, что на Голый остров отправляли только по липовым обвинениям. В Компартии Югославии действительно было немало сталинистов, а в Черногории, Южной Сербии и Боснии даже началось антититовское и просталинское партизанское движение. Быстро, впрочем, подавленное. В-третьих, хотя в 1955 году Хрущев нормализовал советско-югославские отношения, Югославская компартия навсегда осталась в международном коммунистическом движении на положении «Анфантрибль». Это позволило титовскому руководству формировать независимую от СССР политику и экономику. Главным элементом титаизма стала концепция самоуправленческого социализма, он же рабочее самоуправление, сформулированное ближайшим сподвижником Тита Эдвардом Карделем. Боже мой, с рабочее самоуправление. 70-летний Сталин ежился, вероятно, на своей кунцевской даче, читая сводки из Белграда. Вспоминал молодость, рабочую оппозицию, разгромленную Лениным и ее вождей, Шляпникова и других, расстрелянных им Сталиным, Наверное, он ругал себя последними словами за то, что не уничтожил ревизионистов Тита и Карделя в 30-е годы, когда они жили в эмиграции в Москве и находились в его руках. А теперь дьявольский соблазн воплотился в жизнь. А диссиденты всех стран и народов? Никто из них толком не знал, что это за зверь такое рабочее самоуправление. Но это выражение, в купе со словосочетаниями «рабочие советы» и «югославский опыт», десятилетиями летало по всему диссидентскому миру. От Польши октября 1956 до подпольных марксистских кружков Москвы и Ленинграда 60-х. Кочевала из программы в программу, из листовки в листовку. Дискутировалась в польском, советском, чешском самиздате. В этих словах чудилось решение квадратуры круга. Совмещение социалистической идеи с освобождением от гнета тоталитарного государства. Идеи рабочего самоуправления еще раз воскресли в Советском Союзе в конце 80-х, в эпоху перестройки, чтобы потерпеть окончательное катастрофическое поражение от идолов частной инициативы, свободного предпринимательства и приватизации. В Югославии же это была не диссидентская ересь, а всего лишь правительственная политика. Реформа управления промышленными предприятиями, закрепленная законом об управлении государственными хозяйственными предприятиями со стороны трудовых коллективов от 27 июня 1950 года. Во всяком случае, до начала 70-х экономика и вместе с ней уровень жизни в Югославии росли быстрее, чем в большинстве других социалистических стран. Вторая концепция, пришедшая из Югославии, была принята диссидентами разных стран с еще большим интересом. Она объясняла специфику новой общественно-политической формации, возникшей в Советском Союзе, Китае и Югославии, в трех странах, где коммунистический режим возник автохтонно – а не был принесен на штыках Красной Армии. Согласно этой концепции, в странах, называемых себя социалистическими, в результате революции и индустриализации, сложился новый класс, завладевший всеми ресурсами страны и безраздельно ими распоряжающийся. Класс политической, то есть партийной бюрократии. Автор этой теории – Милван Джилс. В прошлом партизанский командир, затем секретарь исполнительного бюро, то есть ихнего политбюро Компартии Югославии и председателя Югославского парламента, Федеральной Скупщины, ближайший соратник Тита. В октябре-декабре 1953-1954 Джиллс опубликовал в газете «Борба» серию статей с резкой критикой партийной системы власти и требованием свободы дискуссии, свободы выборов и соблюдения законности. После чего он был снят со всех своих высоких партийных и государственных постов, а портбилет положил на стол сам. Вот почувствуйте разницу. Можете ли вы себе представить, чтобы кто-то, даже член Политбюро или председатель Президиума Верховного Совета СССР, посмел и, главное, сумел бы в течение трех месяцев публиковать нечто подобное в «Правде». А в 1957 году за рубежом вышла его книга, которая так и называлась «Новый класс». Книга Джиллоса получила огромную популярность среди диссидентов Польши, Венгрии, Чехословакии, СССР и других социалистических стран. И, естественно, одной из самых изымаемых на обысках. И дело даже не в том, что его идея о новом классе, сейчас с легкой руки Михаила Васленского мы называем этот класс словом «номенклатура», что эта идея была так уже оригинальна. Многие доходили до нее своим умом. Валерий Ронкин, лидер и идеолог ленинградской марксистской группы, известной под названием «Колокол», рассказывал мне, что в 1965-м, когда его посадили, следователь КГБ, листая его и его однодельцев подпольное сочинение, Устало качал головой. Ну, конечно, Джиллоса начитались. И не мог никак этот следователь поверить, что Ронкин впервые слышит это имя. Но, популяры... Но популярность Джиллоса основывалась еще и на том, что его теория исходила, так сказать, из первых рук от старого коминтерновца, одного из руководителей партизанской войны и строительства социализма в Югославии. В 1957 году, когда новый класс вышел за границей, автор уже сидел за протест против советского вмешательства в Венгрию. После, после публикации книги ему добавили к трехлетнему сроку еще семь лет. Это чтобы вы все-таки не воображали, что в Тихтовской Югославии царили свобода, демократия и законность. Правда, в 1961 году Джиласа досрочно освободили, но вскоре опять отправили за решетку, за его мемуарную книгу «Встреча со Сталином». Несомненно, Милован Джилос был настоящим диссидентом. Для Югославии характерно, однако, что он стал им, еще находясь на верхушке партийной и государственной власти. Для нас все-таки более привычный тип диссидента – это литературоведы, публицист Михаил Михайлов, выходец из семьи русских эмигрантов. Этого Михаила Михайлова Тита в 1965 году назвал «безумным джилосовцем» и дважды отправлял в тюрьму за несанкционированную публикацию статей в западной прессе. После второй отсидки Михайлов эмигрировал, стал членом редколлегии журнала «Континент», и вообще был связующим звеном между югославской оппозицией и русской эмиграцией. Никакого самоздата в Югославии никогда не было. Зачем? Публикуй, что хочешь в легальных журналах и получай за это свои 3, 7 или 15 лет тюрьмы. Диссидентами или полудиссидентами, хотя и в совсем особом роде, были участники Праксиса. Это была такая группа сербских, хорватских гуманитариев, объединившихся вокруг одноименного журнала, и проводивших ежегодные международные научные конференции на острове Корчила. О протестах югославских философов против оккупации Чехословакии мы здесь не говорим, потому что против нее резко протестовал и сам Тита, как и Чеушеску в Румынии, кстати. Праксис интересен нам в двух аспектах. Во-первых, тем, что участники этой группы, поддерживая экономические реформы Тита и Карделя как необходимый шаг к демократическому социализму, публично критиковали югославских руководителей за то, что они на этих реформах и остановились. Во-вторых, тем, что «Праксис» — это, кажется, единственный общественный проект последних трех десятилетий существования Югославии, который можно назвать общий югославским. По крайней мере, общим и для сербской, и для хорватской интеллигенции. Прочие значительные проявления независимой общественной активности — быть может, куда более диссидентский, чем интеллектуальная фронта ряда профессоров Загребского и Белградского университетов, уже соотносились с национально-государственными чаяниями той или иной республики. Возможно, именно поэтому титовское руководство, которое постоянно балансировало между требованиями республиканских национализмов и необходимостью сохранения сильного федерального центра, долгое время терпело праксис с его проповедью гуманистического марксизма в котором нет ни хорваты, ни сербы, ни черногорцы. Праксикс просуществовал вполне легально с 1964 по 1974 год. Это был, пожалуй, самый либеральный период в истории Титовской Югославии. Децентрализация, начатая еще в ранние 50-е, усилилась в 1966 году, после падения Александра Ранковича, второго человека в югославском руководстве, бессменного куратора органов госбезопасности – и твердого сторонника централизации. Республикам, и, что еще более важно, республиканским организациям Союза коммунистов так с 1952 -го года стала называться Компартия Югославия, были переданы многие полномочия центра. Они получили значительную свободу действий. Последствия не заставили себя долго ждать. В Хорватии события развернулись главным образом вокруг культурно-языковых проблем. Нам это может показаться странным, но для Югославии это был один из самых серьезных вопросов. Существуют ли в природе отдельные сербские и хорватские языки? Или есть единый сербо-хорватский язык с двумя формами письменности? Сербы пользуются кириллицей, хорваты латиницей. Все началось с манифеста, опубликованного в 1967 году в Загребе и озаглавленного «Декларация о названии и положении хорватского литературного языка». Этот манифест был подготовлен культурно-просветительской организацией «Матица Хорватская» и поддержан Союзом коммунистов Хорватии. Эта декларация стала началом политического движения, которое в историографии принято называть «Хорватской весной». Движение быстро стало массовым. Оно так и стало называться – «Маспок», «Массовый покрыт», то есть массовое движение. За культурно-языковыми претензиями последовали естественно экономические требования, которые должны были обеспечивать социально-хозяйственные интересы Хорватии. В это же время руководство Союза коммунистов Сербии потребовало большей централизации экономики и одновременной демократизации внутрипартийной жизни. Новая платформа Союза коммунистов Сербии получила название сербского либерализма. Оживилась никогда не исчезавшая полностью национально ориентированная общественная активность албанского населения Западной Македонии и автономного края Косово. На этом этапе албанцы, а албанцы были единственным компактно проживающим народом в Югославии, не имевшим собственной республики, хотели всего лишь эту республику получить. Хотя были и радикалы, которые агитировали за выход Косово из Югославии и присоединение к Албании. Осенью 1968 года дело дошло до массовых демонстраций, разогнанных силами армии. Но в 1969 году в Приштине был открыт университет с преподаванием на албанском языке, который быстро стал кузницей кадров национального движения. В 1969 году очередной съезд Союза коммунистов Боснии и Герцеговины признал боснийских мусульман отдельным народом. Надо сказать, что и на этом этапе перспектива общеюгославского единства в борьбе за свободу, к которому призывали Михаил Иваджилас, и не исключено даже, что эта борьба могла быть в союзе с самим Тита, который все еще оставался харизматическим лидером для всей страны, что эта перспектива еще, не, еще все-таки не была утрачена полностью. Летом 1968 года Югославию потрясли студенческие волнения. Которые в основном не носили национального характера. Более того, они не носили и антикоммунистического характера. Бунтующие студенты в Белграде, Новисаде, Загребе, Лю Любляне, Сараево не были похожи на своих сверстников, принимавших участие в мартовских событиях в Польше. Они были похожи скорее на молодых людей из Латинского квартала, Бонского и Ельского университета в Мехико и так далее. Как и те, они выступали за свободу, социальное равенство и отмену привилегий, не выстраивая свои требования в виде развернутой и детальной политической программы. На седьмой день студенческой забастовки под телевидению выступил Тита с неожиданным заявлением о том, что он поддерживает студентов, цитирую, в 90% их требований. Конец цитаты. Превратить бунтующую молодежь в инструмент обеспечения собственной власти, как у Мао в Китае, у него не получилось. А может, он этого и не планировал. Но забастовки стихли. Праздник свободы, начавшийся в 1966 году, длился недолго. В 1971 году решением президента Союза коммунистов в Югославии прихлопнули хорватскую весну. В 1972 году также точно прихлопнули так называемый сербский либерализм. Эти решения сопровождались чистками в республиканском партийном руководстве, закрытием общественных организаций, таких, например, как «Матица Хорватская», запретами митингов, многочисленными арестами. В частности, арестовали и отправили в тюрьмы лидеров студенческих бунтов. А из университетов вычистили, вычистили поддерживавших их профессоров. В 1974 году разогнали Праксис. Тогда же была разработана и принята новая конституция СФРЮ, в которой Тита еще раз подкорректировал баланс между республиками и федеральными органами власти – и никакого общеюгославского гуманистического марксизма ему больше не требовалось. Наступила, как говорили тогда в Югославии, великая тишина. Тита Резона посчитал, что для удержания власти ему этой великой тишины хватит. Ее и хватило на его век. В 80-м году 88-летний Иосиф Брос по партизанской кличке Тита, пожизненный президент Социалистической Федеративной Республики Югославия, скончался. В последние годы его жизни, и особенно в первые годы после его смерти, тишина действительно была великой, но далеко не абсолютной. И нарушителями этой тишины, безусловно, были диссиденты. Другой вопрос, что теперь это были чистые пробы диссидента-националиста. Была ли публикация в 1983 году исламской декларации, сочиненной боснийским юристом Алией Изетбеговичем, будущим президентом Боснии и Герцеговины, документа, в котором провозглашалась невозможность существования национальной боснийской государственности в рамках немусульманских политических институтов в Сафраю, была ли эта декларация диссидентским текстом? Наверное, да, была, коль скоро Изетбегович получил за него 14 лет тюрьмы. Но это, безусловно, текст национально-религиозного сепаратистского политического движения боснийских мусульман. Что такое Комитет защиты свободы мысли и слова, основанный в 1984 году писателем Дабрицей Чесичем, будущим президентом Сербии Примилошевича? Осколком, когда-тошнего практиса, диссидентская организация, объявившая своими целями главенство права, отмена цензуры, установление многопартийной системы и свободные выборы, да, все так но вошли в этот комитет в отличие от настоящего праксиса исключительно сербы а два года спустя в 1986 году тот же Тесич стал одним из авторов знаменитого меморандума Сербской Академии Наук и Искусств открытого и тоже по тем, времени, по тем временам диссидентского манифеста великосербского национализма подборка статей опубликованных в феврале 87 -го года в Люблянском журнале Новое Обозрение под общим заголовком «Элементы славянской национальной программы» – это диссидентская акция или нет? Еще бы не диссидентская. Как и публикации против Югославской народной армии в славянском еженедельнике «Молодежь» год спустя. И созданный после ареста трех журналистов этого еженедельника Комитет защиты прав человека, собиравший грандиозные митинги протеста в Любляне. На суде над журналистами в качестве защитника – выступал лидер славянских коммунистов Милан Кучан. Но именно с этих митингов и суда над сотрудниками молодежи началось движение Словении к государственной независимости. А Милан Кучан вскоре стал, угадайте кем, правильно, первым президентом независимой Словении. Разве не был диссидентом первый президент независимой Хорватии Франье Туджман, дважды сидевший в югославской тюрьме за хорватский национализм? Ну да, до того, как впасть в диссидентство, он был генерал-майором Югославской народной армии. Но ведь Григоренко был генерал-майором. А кто скажет, что Григоренко не диссидент? Наконец, страшно сказать, но разве в 87-89 году путь председателя президиума ЦК Союза коммунистов Сербии Слободана Милошевича к полноте власти и президентскому креслу не проходил через йогуртовые революции, многотысячные митинги и пламенные выступления на Косовом поле, вовсе не вписывающимся в официальную политику Союза коммунистов в Югославии. Чем, в принципе, отличается восхождение к власти Милошевича в Сербии от диссидентской карьеры Кучана в Словении? Итак, диссиденты в Югославии водились и после 1974 года. Но в этот период на общественной арене, быстро превратившейся в арену политическую, преварировали диссиденты-националисты. Диссиденты, диссиденты общеюгославского значения ушли в тень, перестали играть какую-либо значимую роль в развитии событий. Финал известен. И все-таки под конец еще раз поставлю вопрос, относящийся ко всей Югославии, как до, так и после 1974 года. Можно ли политическую активность оппозиции, имеющей возможность громко и легально выражать свои взгляды, пусть даже за этим могут последовать а могут, кстати, и не последовать, суровые репрессии, можно ли такую активность называть диссидентской? Наверное, можно. А может, нельзя. Это зависит от принятых нами дефиниций. В целом, данная ситуация хорошо описана польским исследователем Артуром Воликом. Цитирую. Если в соответствии с определением тоталитарной или посттоталитарной системы оппозиционность даже самое безвредное и лояльное, автоматически признается контрреволюцией, которая должна быть подавлена любой ценой, это он в свою очередь цитирует Христиана Йобке, то либо Югославия не была коммунистической страной, либо в ней не было оппозиции. С определенным преувеличением мы можем полагать, что как сама Югославия не соответствовала с конца 50-х дефиниции коммунистической страны, так и в связи с этим оппозиционная или диссидентская деятельность имела здесь иной характер, чем в странах советского блока. Конец цитаты. И, как мне кажется, этой цитатой уместно закончить наш разговор о Югославии.